Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области согласовал архитектурный облик двух зданий, которые будут возведены в муниципалитете. Это пристройка к Одинцовской гимназии номер 14 и средняя школа в Горках вторых. В общей сложности они дадут более 1000 учебных мест. Глава муниципалитета Андрей Иванов сообщил, что уже в июле по обоим объектам предстоит получить положительное заключение экспертизы.